Здравствуй, школа, здравствуй! Здравствуй, мир прекрасный! Самые счастливые года! Добрые уроки и учитель строгий! Здравствуй, школа, здравствуй, 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 здрав
Yeah.
Минуло лето, в школу вновь шагает детвора. Учеба, здравствуй, школа, здравствуй. Идем за знанием в поход. Сегодня праздник, школьный праздник. Встречаем мы учебный год. Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители и ученики. Сегодня во всех школах России начинается новый учебный год. 1 сентября – это не просто дата в календаре. Это долгожданный день для всех нас. В этот день все дороги ведут к школе. Спешат нарядные ученики, взволнованные родители и учителя. Все ждали этот день встречи с одноклассниками и учителями после долгой летней разлуки. Но особенно радостный день сегодня у тех ребят, которые впервые перешагнут порог нашей школы и начнут долгое путешествие по стране знаний. Знаешь, Полина, я готова поспорить, что есть еще ребята, для которых сегодняшний день не менее волнителен. Это наши будущие выпускники. Да, сегодня и правда удивительный день. Кто-то впервые открывает книгу удивительных школьных историй, кто-то продолжит листать ее страницы, а кто-то подошел к ее последней и самой яркой главе. Для кого-то этот год последний в нашей школьной сказочной стране. Для кого-то самый, самый первый, и они волнуются вдвойне. Давайте их поприветствуем, первоклассники и их первые учителя. Первый А. По дороге знаний их поведет классный руководитель, учитель первой категории Стрибулаева Ирина Владимировна. Главную книжку «Азбука» они будут изучать с классным руководителем, учителем высшей категории Подрягиной Надеждой Анатольевной. Yeah.
на флаг Российской Федерации. Посвященная Дню знаний и начала нового 2023-2024 учебного года, считается открытой. Предоставляется директору нашей школы Марии Николаевне Доначевой. Впереди уверена, спасибо. Впереди, я уверена, ребята, дорогие первоклассники, вас ждут новые открытия, новые друзья, мир впечатлений и эмоций. И сегодня, я надеюсь, этот день для вас станет незабываемым. Отдельное внимание, конечно, мы также должны сегодня уделить и нашим выпускникам. Ребята, вы выходите на свою финишную прямую.
И в этом году я уверена, что каждый из вас достигнет тех целей, которые каждый перед собой поставил. Терпения вам, целеустремленности и побед. Уважаемые коллеги, конечно же, у нас с вами обязательно все получится. Школа каждый год празднует этот праздник с отдельным трепетом. Этот праздник всегда для нас будет неповторимым, каждый год. В этом году наша школа вошла в топ-300 лучших школ города Москвы, внесших значительный вклад в качественное образование московских школьников. И это только начало. Я уверена, что каждый ребенок, который перешагнет сегодня порог нашей школы, будет успешным, получит возможность реализовать свой потенциал, найдет занятия по интересам. Год будет насыщен, конечно же, мероприятиями, праздниками, новыми знаниями, новыми открытиями, новыми переживаниями. Мы искренне поздравляем вас с этим праздником, с 1 сентября. В добрый путь! 2023 год в России был объявлен годом педагога и наставника. Во всех школах нашей большой страны проходит трогательная акция «Спасибо учителю». Давайте поблагодарим своих любимых педагогов и хором скажем «Спасибо учителю». 3, 4. Спасибо учителю! По доброй традиции 11-классники дают напутствие нашим первоклассникам. Дорогие первоклассники, нам посчастливилось учиться в замечательной школе. Теперь она станет вашим вторым домом. Мы с радостью принимаем вас в нашу дружную семью. Мы уверены, что учебный год был ярким, насыщенным, полным событий. Но весной мы встретимся с вами, чтобы не проститься, потому что для нас это последний школьный год. Но это будет весной. А пока нас ждет счастливый год совместной учебы. Мы хотим, чтобы вы любили нашу школу так же, как любим мы. Дорогой наш первый класс, мы даем такой наказ. Утром рано просыпайтесь, хорошенько умывайтесь. Каждой книжкой дорожите, в чистоте портфель держите. Одевайтесь аккуратно, чтоб смотреть было приятно. Школу нашу берегите и учителей любите. Знайте, помните всегда, дружба с ними на года. Легко дороги школьные, желаем вам пройти. Успехов, первоклассники! Счастливого пути! Несмотря на то, что наши первоклассники такие маленькие, они уже умеют немножко считать, знают буквы, а как стихи читают, просто загляденье. Послушайте сами. Уф, гора свалилась плеч. Вот пришел желанный час. Я зачислен в 1 класс. Скоро буду отвечать. Приготовьтесь ставить 5. Мы, ребята, первоклассники. Все вокруг глядят нам вслед. Говорят, очаровашки. Мы согласны, спору нет. Нами все вы полюбуйтесь и запомните вы нас. Обещаем, самым лучшим будет в школе 1 класс! И мы пригласим
пригласили к нам на радостный праздник очаровательных гостей, воспитанников дошкольной группы. Сейчас они очень взволнованы, наши самые маленькие друзья. Но им помогут ученики начальных школ. Встречайте их бурными аплодисментами. Терпелив, аккуратен будь в тетрадках, книгам школьным бережлив. Заведи друзей надежных и к урокам будь готов. Ну а главное, конечно, чтоб всегда ты был здоров. Поздравляем, поздравляем с праздником веселым! Поздравляем, поздравляем с Новым годом в школе! Школа – это не только место, где ученики приобретают знания, развиваются, но и место, где каждый может проявить себя, стать частью команды в атмосфере дружбы и тепла. Эта атмосфера объединяет ребят, начиная с начальной школы и до выпускных классов. Thank you.
монета звонкая. Нынче снова за урок. Пусть торжественно и громко первый прозвенит звонок. Право дать первый звонок предоставляется выпускнику 11 А класса, главе ученического совета Глумову Прохору и первокласснице Щербаковой Милане. Для выноса флага Российской Федерации стоять смирно. Равнение на флаг. Посвященная Дню знаний, подошла к концу. Мы еще раз поздравляем всех с началом учебного года. Пусть он принесет вам новые знания, хорошие оценки и яркие впечатления. Дорогие первоклассники, дайте руку старшеклассникам, первому учителю и шагайте смело на свой первый школьный урок. До новых встреч! За первыми классами и старшеклассниками линейку покидают ученики вторых и девятых классов. Thank you.
Радуются дети, мамы и отцы, потому что вместе все мы молодцы. В школу нас водили, видно, вы не зря, с буквами сдружились мы из букваря. Буквы разные от А до Я, наши лучшие теперь друзья. Гласные и согласные, подружки дорогого букваря. Подружки дорогого букваря. И не нужно к маме больше приставать, сможем мы и сами книжку прочитать. Потому что мчались в школу мы не зря, буквы изучали мы из букваря. Буквы разные от А до Я, наши лучшие теперь друзья. Гласные и согласные, подружки дорогого. Школа смотрит добрыми глазами, и сияет взгляд от чистоты. Наполняет небо голосами, украшает красками холсты. Сначала объяснила нам, что душа дороже серебра. Наша школа самая любимая, колыбель искусства и добра. Ты даришь звуки, ты даришь краски, и оживают детские сказки. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. Высоки и помыслы, и чувства, и бегут твои ученики. В храм благословенного искусства быстрый станет.